Новый международный пассажирский терминал в аэропорту Алматы может открыться уже к началу следующего летнего сезона. Для этих целей привлечены свыше 200 миллионов долларов инвестиций. Об этом сообщили в турецкой компании, управляющей аэропортом, на симпозиуме «Новые горизонты развития турецко-казахстанского экономического сотрудничества». Так, в минувшем году международный аэропорт Алматы обслужил свыше 7 миллионов пассажиров. Действующий терминал не рассчитан на такой поток. Его лимит 2 миллиона 700 тысяч человек в год. Поэтому в 2021 году новые владельцы практически сразу начали работу по строительству нового международного терминала. Казахстанское и турецкое правительство работает очень тесно. Все вопросы по авиасообщениям решаются быстро. Аэропорт Алматы – это казахстанская компания, состоящая в турецком холдинге. Поэтому мы имеем непосредственное отношение. Мы тесно сотрудничаем во всех отраслях. Мы делаем все возможное для укрепления казахско-турецкого экономического сотрудничества. К слову, еще одно соглашение с иностранным инвестором по развитию аэропорта подписал сегодня премьер-министр Алихан Смаилов. Теперь уже аэропорт Астаны уйдет в операционное управление компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Terminals Holding в первую очередь подготовит взлетно-посадочные полосы к реконструкции и планирует ее модернизировать. Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.